Чистую воду в дом. Сотрудники районной администрации межрайонного водоканала провели проверку в микрорайонах Финский и Богородский по вопросам качества воды в многоквартирных жилых домах. Ранее на портал «Добродел» поступила жалоба от жителей Богородского 7. Владелец утверждает, вода в кране не соответствует нормам. Так, лаборатории водоканала были взяты пробы воды на входе в 7-й дом микрорайона, а также соседний 6-й. Качество воды – залог здоровья. Соответствуют ли пробы воды нормам, покажет лабораторный анализ. Лицензированная лаборатория у нас, которая постоянно ведет мониторинг этого микрорайона. Ну, не только этого микрорайона, в принципе, всего Щелковского района. Но так как Финский и Богородский микрорайоны новые, и жалобы у нас неоднократно поступали сюда, мы постоянно контролируем, и управляющие компании нам в этом помогают. Вот. Ну, я думаю, после анализа будут выводы уже по, насколько была актуальна эта жалоба или нет. Между тем, владельцы квартиры, откуда поступила жалоба, общаться с районными властями, сотрудниками водоканала, а также представителями управляющей компании отказались, что помешало установить подлинность возникновения проблемы. Ранее же в микрорайоне была проведена плановая промывка квартальных и придомовых сетей. Водоканал совместно с управляющими организациями, которые находятся в Богородском, провели промывку как и квартальных сетей, так и внутридомовых сетей. Качество воды должно соответствовать норме. На данный момент проводит водоканал промывку микрорайон Финский. Анна Балиет, Валерий Жиглитель, радиокомпания «Щелково».